Более 8 часов пожарные боролись с огнем на складе на проспекте Победы 79/7 в Петропавловске. Информация о возгорании поступила к диспетчеру рано утром во вторник, 18 июня в 4:54. На момент прибытия пожарных подразделений склад был объят полностью пламенем. Гарнизон работал по второму рангу пожара. Воды перебоев не было. В 7 утра возгорание удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Затем в течение нескольких часов велась проливка конструкций и разбор строения для поиска возможных очагов тления. Полностью справиться с возгоранием удалось в 13:40. В результате пожара обрушилась кровля над складским помещением. Повреждены металлические конструкции стен и кровли. Полностью уничтожены строительные материалы внутри склада, а также повреждена внутренняя обшивка офисного помещения, мебель и вещи. Погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы 12 единиц основной и специальной техники и около 40 человек личного состава.